Владимир Сапрыкин. О письменности. Читает автор. Мир компьютерный не может жить без букв и слов. Письменность всегда основа у любых основ. Буква к букве, слово к слову, монолог или диалог. И не важно, кто что пишет, важен сам итог. Наш язык красив, могуч и богат словами, а от рождения и до тризны жизнь проводит с нами. От седых времен блинных и до наших дней пишется история Родины моей. В песнях разножанровых, прозе и поэзии то, что было и что есть, даже о чем грезили